Друзья, видео было сделано в Китае. Странный огромный треугольник, который летел навстречу, скорее всего, вертолет ему военный. Потом крушение, бабах, и электроника на этом вертолете отказала. Что дальше было, неизвестно. Но заснял, друзья, видеорегистратор проезжающего автомобиля. Тяжело не заметить такое. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Китайцы удивляют. С вами был я, Алекс. Пока.